Обрушу театр. Я ничего не умею, папа. А клёво получается. Рвалюсь в консерваторию, пойду в парикмахеры. Там на столе в шкатулке деньги за уроки. Возьми сколько нужно. Ой, как кстати. Между прочим, 10 тысяч долларов не так плохо за одну маленькую чиновничью закорючку. Все про Пилата. Вот осталось. Вы в этой истории какая-то странная и подозрительная фигура. Я в этой истории... Мать, которая любит своего сына. А ничего предосудительного я в этом не нахожу. Я надеюсь, вы запаслись продуктами. Мы хотели бы заказать на завтрашний ужин черепаховый суп. Прежде чем начнем есть друг друга. Сейчас посмотрим, какой ты, Макс. Это что, намек? Такая шикарная женщина, как ты, дорогих подарков стоит. Только не спешите отказываться. А кто отказывается? Я хочу, конечно. Земля нынче дороже денег. И вернее, надежнее. Сегодня вечером. Вы же мне скажете, во сколько? 18:20 во Внуково. Ордер на обыск. Это кто? С женщиной так разговаривать нельзя. Да. Какая бы она ни была. Эта знаменитая Марти еще позавидует тебе. Нет. Только вот надо выглядеть хорошо, подать себе. К тому же ты умнее, женщина умненькая. Да,